Если ранее для получения бюджетного кредита гражданам нужно было ходить по госорганам, стоять в изнурительных очередях, то сейчас все иначе. Для удобства заемщиков утвержден льготный режим. На сегодняшний день эти справки через систему Түндүк можно получить все вот эти справки. Допустим, заемщик может обращаться нам с заявлением. Заявление как раз это утвержден этим положением, порядок. Как раз они могут обращаться с заявлением Министерства финансов, либо отраслевой орган. Отраслевой орган готовит проекты и потом инициируется либо отраслевым органом, либо уполномоченным органом, это Министерством финансов. Перечень документов для получения бюджетного кредита юридическими лицами состоит из 9 пунктов. Для юридических лиц – бизнес-план, копии регистрационных и учредительных документов, заверенных гербовой печатью, копии паспорта руководителя приказа о назначении на должность, финансовая отчетность за последние 3 года согласно установленной форме международных стандартов финансовой отчетности и декларации о доходах, справка об отсутствии задолженности перед налоговой службой и соцфондом, справка об отсутствии или наличии задолженности перед финансово-кредитными организациями, согласие учредителя на получение кредита и выставление залога, копия документов, подтверждающих право собственности на закладываемое и используемое имущество, справка регистрации служб о том, что предоставляемое имущество не находится в залоге. Подчеркнем, согласно 4-му пункту, финансовая отчетность за последние 3 года может не предоставляться, если бюджетные кредиты предназначены для финансирования стартап-проектов. Упрощены процедуры и для сельских товаропроизводителей и предпринимателей. Для сельских товаропроизводителей и предпринимателей копия паспорта заявителя-получателя, копия свидетельства о заключении брака, согласие супруга или супруги на получение кредита, справка с места жительства, справка с места работы с указанием заработной платы за последние 12 месяцев, документы, подтверждающие наличие дополнительных доходов, справка об отсутствии или наличии задолженности перед финансово-кредитными организациями, копии документов, подтверждающих право собственности на закладываемое и используемое имущество и справка регистрации служб о том, что предоставляемое имущество не находится в залоге. Отметим, на бюджетные кредиты могут претендовать новые стартап-проекты. Финансирование стартап-проектов зависит от того, сколько он будет стоить. Так, за первое полугодие выдано 6,2 миллиарда сомов бюджетных кредитов. Срок возврата от 1 до 3 лет. Улан Касенов, Сайфуддин Мурзаев, Эсентура Быкеев, Чингиз Жумагулов, Алатау 24.